Губернатор напомнил собравшимся главам районов и представителям управления образования, что в регионе удалось создать крупнейшую сеть дошкольных учреждений в стране. Однако устроить ребенка в сад без очередей сейчас могут лишь 70% жителей края. Этого недостаточно, и нужно ускорять темпы строительства новых детских садов, потребовал губернатор. Последние два года мы провели большую работу по уменьшению очереди в дошкольные учреждения. При плане 19 тысяч мест создали 23 тысячи. В 2014 году край занял третье место в России после Московской и Иркутской областей по количеству построенных детских садов. Но этого недостаточно, чтобы решить полностью существующую проблему. Согласно дорожной карте, до конца года нам необходимо обеспечить местами в детских садах еще 22 тысячи детей. Для этого бюджета края заложено 2 миллиарда рублей. И я хочу подчеркнуть, что сумма должна быть освоена до последней копейки в текущем году. Продолжать бороться с очередями в крае будут двумя способами – строительством новых зданий и оптимизацией площадей в существующих детских садах. Александр Ткачев призвал перенимать опыт по эффективному использованию уже имеющегося пространства. На совещании губернатор также потребовал, чтобы рост родительской платы в садиках в год не превышал официально установленного уровня инфляции.